ЦСКА. И второй период проигрывает Витязь уже в две шайбы. Ой-ой-ой. Закрутил, завертел за воротами Майкл Райан. И красиво обманул всех. Восьмая шайба Райана в этом сезоне. Ну и смотрим. Оп, ложное движение. Лисутин пошел направо, а Райан налево. Разошлись, как море корабли, и шайба в воротах видели. 3-0. Но тут немножко еще и Мезе тоже подыграл не для голкипера. Как-то пошел за ним Лисутин.